Шумбрат Вичкевик Сванетят. Здравствуйте, уважаемые зрители! Скоро в нашем городе пройдет областной мордовский праздник Шумбрат. О том, как ведется подготовка к празднику, нам расскажет председатель общественной организации Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия Владимир Анатольевич Сафонов. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как зародился праздник Шумбрат? Шумбрат аду Елгат, Шумбрат аду Парова Мать. Добрый день, дорогие друзья. Да, действительно, 25 мая в этом году в парке Владимирский сад состоится в шестой раз Ульяновский областной мордовский национальный праздник Шумбрат. Зародился он в 2014 году после празднования тысячелетия единения мордовского народа с народами России, когда проходило это торжество в городе Саранске, в Республике Мордовия. И во время этих празднований глава Республики Мордовии Волков Владимир Дмитриевич обратился к мордвам с воззванием, дабы после праздника, который там проходил, что-то осталось в сухом, как бы остатке от этого праздника, и предложил, чтобы по всей стране проводился единый мордовский национальный праздник под названием Шумбрат. И вот Ульяновская область, впервые наш исполком, первыми откликнулись во всей России на это воззвание. И в 2014 году мы провели первый областной мордовский национальный праздник Шумбрат. Расскажите, как идет подготовка к празднику? Что уже готовы и над чем работаете? Уже то хорошо, что мы его проводим в шестой раз, этот праздник. И как бы идем мы уже по определенному пути, который мы как бы изведали на двух первых праздниках, значит, проводимых в Ульяновске. И теперь за определенное количество времени, значит, создается оргкомитет по подготовке праздника. И он уже как бы создан, утвержден, значит, губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым. И здесь задействованы все практически министерства, это в первую очередь культура, значит, Министерство образования, Министерство спорта, ну и другие как бы подразделения, которые помогают в проведении этого праздника. А какие площадки будут работать в этот день? Как правило, мы стараемся, как бы мы ничего нового не изобретали, как бы за основу, когда мы вот создавали впервые этот праздник Шумбрат, мы обратились к празднику Сабантуй татарскому и чувашскому Акатую. И по образу и подобию этих национальных гуляний, праздников, мы как бы решили пойти, и вот как раз у них мы взяли принцип образования площадок. Ежегодно мы не держимся всегда постоянно одного и того же количества организованных площадок. Но на этот раз мы собираемся где-то порядка 12-13 площадок организовать на этом празднике. А кто вам помогает в организационных вопросах? Назовите имена этих людей. Вы знаете, действительно, одному там или кому-то, да, небольшой команде, группе людей крайне сложно справиться. Практически, если говорить так, значит, мы, естественно, собираем сначала исполком нашей автономии, принимаем решение о проведении этого праздника, выделяем людей, которые будут отвечать непосредственно за какую-то площадку или за какой-то объем работы. Вот из года в год самыми активными участниками в подготовке этого праздника Шумбрат является, естественно, у нас самый как бы уважаемый национальный наш, гордость наша, это работник Центра возрождения народных культур Шибанова Любовь Михайловна. Она отвечает за мордовскую культуру вот при Министерстве культуры, и как бы ее основная вот задача и заслуга в том, что этот праздник ежегодно удается. Конечно, большое внимание уделяет и Департамент национальной политики, ныне он переименован в Управление межнациональных и межконфессиональных отношений. Я должен сказать, у нас там помогает и
Макарочкина Светлана Анатольевна, она сейчас ведущий специалист этого управления. Должен сказать, что Центр возрождения народных культур, руководит которым Туркова Нурия Мирзагитовна, она тоже уделяет очень много внимания, порой даже пишет сценарии на определенных вот этапах была ее помощь, работа. Естественно, Дворец культуры губернаторский, Елена Николаевна Лаковская, она выделяет определенные ресурсы для того, чтобы иметь в виду коллектив или там, допустим, ведущих, которые как бы справляются на своем объеме, на своих объектах, которые организовываются у нас на площадках. Вот. Хотелось бы сказать, что отметить, у нас есть Елена Николаевна, член исполкома, многие как бы уделяют внимание к тому, чтобы работать в подготовительный период. Ульяновская районная организация, местное отделение у нас есть во многих районах, где проживает компактно мордва, организовано наше местное отделение. И вот как раз хотел бы отметить, что председатель местного отделения Ульяновского района Куркина Полина Павловна, она также один из самых активных участников в подготовке вот этого областного праздника Шумбрат. Хотя они в этом году взяли на себя обязанность провести у себя в районе тоже аналогичный праздник Шумбрата районного масштаба. А за счет каких средств проходит праздник? Скажите, пожалуйста. Конечно, вопрос очень правильный, интересный. Дело в том, что мы в последнее время правительство Ульяновской области стало выделять средства на гранты, и мы принимаем участие в конкурсной, в грантах на проведение вот этих мероприятий. В прошлом году мы успешно осуществили свое участие в этом гранте, и нам были выделены средства. В этом году, мы надеемся, тоже аналогичным путем дело пойдет. А кто из почетных гостей посетит праздник? Дело в том, что кого считать почетными гостями? Их можно подразделить на 3-4 категории. Почетными гостями являются те, кто у нас проживает в районах области Мордва, которые заслуженно являются почетными гостями, потому что они ежедневно, живя у себя на месте, работают и поднимают авторитет мордовского народа, культуру мордовского народа, позволяют познавать языки мордовского народа, макшанский и эрзянский. И вот как раз представители, они являются председателями, как правило, местных отделений. Это вот одна категория почетных гостей. Следующая категория – это те, которые повышают статус нашего праздника Шумбрат, кто является, находится, работает здесь у нас, в Ульяновской области. Я имею в виду, конечно, лично губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. Ему огромная благодарность за то, что он практически в каждом празднике лично принимает участие. И это, конечно, придает определенный и статус, и настроение придает людям, которые приходят. И на этой площадке, на нашем празднике, люди могут свободно к нему подходить и общаться на вопросы, которые их интересуют, задавать ему. Следующая категория гостей – это гости из других регионов. Мы практически практикуем приглашение гостей из многих регионов. И вот самое максимальное количество гостей, которые к нам приезжали, это было 10 регионов. Имеется в виду Пензенская область, Самарская, Саранск, Республика Мордовия, Татарстан, Башкортостан, близлежащие регионы. Но обычно к нам приезжает от 6 до 10 представителей регионов. Это мои коллеги, люди, которые возглавляют мордовские автономии у себя в регионах. Мы их называем, это руководитель мордовской автономии в Республике Татарстан, в Республике Чувашия, и так далее. И вот еще отдельная категория наших гостей почетных – это
руководство наше непосредственное, которое находится в Республике Мордовия. Вот как бы мы стараемся приглашать вплоть до главы Республики Мордовия Волкова Владимира Дмитриевича. Он, к сожалению, пока к нам еще не приезжал, но к нам приезжали и заместитель председателя Госсобрания Республики Мордовия Москаев Иван Михайлович, затем министр культуры и национальной политики Михаил Анатольевич Чушкин, замминистра первый Каргин Александр Иванович, главный мордвин России Мишанин Юрий Александрович, это председатель общественной организации, межрегиональной организации мордовского народа. Также председатель исполкома общественной организации мордовского народа Российской Федерации Лузгин Александр Степанович. Вот как бы такие гости. Ну, естественно, еще одна категория, которую, может быть, стоило бы упомянуть, это артисты, которые занимают особое место вот, в жизни Республики или Мордовия, или Ульяновской области. К ним у нас тоже особое отношение. Мы очень благодарны, что они нас посещают. Это очень знаменитые и люди, и артисты, которые ездят не только по регионам нашей России, но и за пределами Российской Федерации. Владимир Анатольевич, вот стало такой доброй традицией проводить одноименные праздники в районах с компактным проживанием мордовского населения. А в этом году какие районы будут проводить праздник Шумбрат? Очень правильно вы заметили, что мы стремимся, опять же, по подобию образу и праздника Сабантуй и Акатуй, проводить районные праздники Шумбрат, мордовские национальные праздники того или иного района, где компактно проживает мордва. В этом году, да и вообще к этому году, скажем так, из 15 районов, где компактно проживает мордва и где есть организовано наше местное отделение, нашей автономии мордовские, вот 15 районов. В этом году, значит, изъявило желание Корсунский район, и тоже как бы обратились ко мне с просьбой образовать, и у них тоже, у них не было местного отделения мордовской автономии, и вот мы буквально месяца полтора назад провели там сход граждан, избрали председателя. А кто, вот назовите? Председателя, значит, местного отделения. И, в принципе, вот они сейчас, мы ожидаем, что они приедут к нам тоже на наш праздник областной Шумбрат. Но я уже сказал, что вот порядка в 15, вот теперь 16 районах у нас есть конкретные свои, не считая городских, я имею в виду, районах, свои местные отделения. Вот. Но, к сожалению, не во всех пока районах проводятся эти праздники Шумбрат, но мы стремимся, работаем и с главами администрации районов, и со своими председателями местных отделений. И вот должен сказать, что в районе Индинском очень хороший проводится праздник Шумбрат районный. Он уже 4 года. Если мы в области проводим 5 в 6 раз, то они, значит, будут проводить в 5 раз в этом году. Вот. Другие районы, это Павловский район, у нас проводят, значит, Теренгульский, Сенгилеевский, Инзу я уже назвал. Вот. Но сейчас, значит, мы договорились, вот я уже говорил, с Ульяновским районом о проведении в Ульяновском районе, значит, в селе Вышки, району Ульяновского, значит, праздник Шумбрат. Новомалыклинский район, тоже как бы договорились мы, они должны осилить в этом году впервые провести у себя. И самое, вот хотелось бы отметить замечательно, что мы в прошлом году впервые провели районный праздник Шумбрат в городском районе, в Заволжском районе. Есть такой глава администрации района Наиль Хасянович, вот мы с ним как-то вот нашли общий язык, и он пошел навстречу, и мы в парке Прибрежный в прошлом году, 2 сентября, провели просто превосходный праздник мордовский под названием Шумбрат. А в этом году планируется проводить снова? Да, в сентябре месяце они уже, у них стоит в плане проведения этого национального праздника Шумбрат. Я думаю, что со временем этот праздник, наряду и с Сабантуем, в районе станет гордостью, значит, национальной гордостью Заволжского района. Я думаю, что мы сможем все сделать для того, чтобы и людям было приятно отдыхать
на этом присутствовать в празднике. И мы также приглашали туда и гостей из разных властей, так скажем, из Республики Мордовия были, были именитые артисты. И вот отзывы были очень хорошие, и людям очень понравилось, я имею в виду жителям Заволжского района. Владимир Анатольевич, вот известно, что 2019 год в Ульяновской области обозначен годом национального единства. Вот в связи с этим какие мероприятия уже прошли и какие запланированы на ближайшее будущее? Да, в этом году, 2019, значит, губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов объявил этот год годом национального единства. Значит, в этом году, в 19-м, в феврале месяце исполнилось 165 лет со дня рождения Юртова Авксентия Филипповича, первого просветителя мордовского народа. Это наш мордовский просветитель, такой же, как у чувашей есть свой Яковлев Иван Яковлевич. Вот у нас есть свой Юртов Авксентий Филиппович. И вот он 5 лет проработал у нас в Ульяновской области, в свое время преподавал в школе Старой Бесовки, в селе Старая Бесовка Новомалыклинского района. И практически уже давно мы проводим очень постоянно, вот в дни его рождения, 20 февраля, вот, конференции, посвященные его дню рождения. В этом году конференция обрела очень широкий размах, к нам приезжали представители 5 регионов, значит, научные, представители научной вот, категории лиц, затем преподаватели, учителя и, естественно, жители, которые проживают в соседних селах. И мы большое внимание уделило в этом мероприятии Министерство образования и, в частности, Институт образования, Институт развития образования. И вот в преддверии этого праздника, ну, как, вернее, этого года национального единства, мы в свое время обратились, 2-3 председателя, значит, региональных отделений, мы всегда постоянно дружим друг с другом, это Сафин, значит, председатель татарской автономии, и Мустаев чувашской, Сергею Ивановичу Морозову, обратились с просьбой, чтобы при Институте развития образования выделить строчки, ставки для работы именно непосредственно по изучению родных языков. И Сергей Иванович пошел нам навстречу, и, видимо, вот как раз помог и год, назначенный народного единства. Значит, нам выделили в институте каждой национальности по строчке, и мы уже нашли специалистов, и это уже очень сильно повлияло положительно на то, что как бы получил новый импульс изучения родных языков на территории Ульяновской области. Очень хорошо. Владимир Анатольевич, мордовской автономии в этом году исполнится 20 лет. А что сделано вот за эти годы? Расскажите, пожалуйста. Ну, если так... Ну, хотя бы вкратце. Вкратце, да. Действительно, в октябре месяце мы собираемся отметить 20-летие своей автономии. Мы уже попросили Елену Николаевну Лаковскую выделить нам зал ДК губернаторский, там порядка 11 октября она нам пошла навстречу. И мы начинаем потихонечку готовиться к этому событию, мероприятию. Ну, что я должен сказать, что вот... Отдать должное надо тому, что когда первым председателем, одним из первых председателей нашей автономии был Крымкин Михаил Иванович, он в свое время то ли по своему собственному наитию, то ли по образу и подобию чувашской и татарской автономии приступил к созданию вот как раз местных отделений. И сейчас мы имеем вот разветвленную как бы структуру нашей автономии по районам области, где созданы наши местные отделения. И вот я считаю, что это одна из самых приятных, хороших, как бы, одной из дел, которая была сделана на нашей автономии. И благодаря этому мы теперь можем реагировать как бы на тот или иной, ну, какое-то событие, проходящее в одном из районов области. То есть у нас есть свое подразделение, и мы можем через руководителя этого подразделения в районе обращаться либо к администрации района, либо наоборот мы попросим, допустим, администрацию области для того, чтобы в этом районе было что-то проведено. То есть вот такая вот связь. Ну, за это время
Надо сказать, что вот приступили за эти 20 лет к изучению родных языков в Ульяновской области. На сегодняшний день цифра эта постоянно, как понятно, меняется. Значит, в области изучает 998 детей мордовской национальности русский, свой родной язык в качестве предмета. Вот. И плюс еще как бы практикуются факультативы, кружки по изучению родного языка, значит, и культуры мордовского народа. Вот. Еще что-то там. Владимир Анатольевич, вы уже, если не ошибаюсь, четвертый год работаете в автономии. Вот скажите, каково это представлять интересы мордвы целого региона? О сложностях расскажите, может быть. Ну, работа, конечно, это общественная, и мы, и мои коллеги все, вот, кто возглавляет автономии, то ли в Ульяновской области, то ли за ее пределами, это как бы работа общественная. Но, с другой стороны, видимо, вот принадлежность и состояние души вот именно конкретной национальности, я имею в виду, вот, если себя, то к мордовской национальности, то, конечно, желание сделать все для того, чтобы другие представители других национальностей знали, кто такие мордва, какие они из себя характером, какие у них, значит, культурные замыслы, мысли, какой у них язык, какие у них бытовые, скажем, предпочтения в том или ином виде, ну, жизненных обстоятельств. Вот. И, конечно, с одной стороны, это вот придает сил, что эта работа нужна, целая категория. Ну, должен сказать, что в Ульяновской области проживает порядка 40 тысяч человек мордовской национальности. Это около 3% от всего населения Ульяновской области. Но и о них должны все остальные народы, которых порядка 120 национальностей проживает в Ульяновской области, должны знать о нас, о мордве. И вот наша задача, и моя, как председателя, и исполкома автономии, чтобы люди знакомились с культурой вот, с нашего народа. Мы сейчас, вот, скажем, если в прошлом году мы выиграли грант приличный на проведение праздника Шумбрат, так вот порядка 200 тысяч из этих средств мы потратили на то, чтобы сшить костюмы национальные в Республике Мордовия. И вы понимаете, сейчас совершенно иначе выглядят то ли коллективы, выступающие с какими-то песнями, танцами, либо это детишки. Мы практикуем сейчас вот во многих детских садах, да, собственно, почему во многих, порядка 2-3 садиках, значит, города Ульяновска мы закрепили, и нам пошла навстречу, значит, руководитель управления образования города Ульяновска Куликова Светлана Ивановна. Вот, она пошла навстречу нам, и мы закрепили, значит, по 2-3 садика города, в районе города Ульяновска, по углубленному изучению культуры мордовского народа. И это дало определенный свой эффект. Если сказать, что мы третий год уже, если вот, допустим, татарская автономия, она проводит уже 20-й год подряд детские конкурсы творческие, то мы провели в этом году всего лишь третий раз. Называется он «Эргене, бусинка». Вот, конечно, мы это провели с участием, и в первую очередь это с Министерством образования, Центра возрождения народных культур. Вот, но закрепление вот как раз детских садиков за изучением углубленным культуры мордовского народа дало нам определенный результат. Дело в том, что если мы когда проводили первый конкурс, у нас на конкурсе принимало участие порядка, ну, 28 участников, то в этом году мы можем сказать, что у нас уже было 121 участник в этом конкурсе. Аналогичный мы проводим праздник, вернее, конкурс детский «Сиень Баягини», «Серебряные колокольчики». Это тоже третий раз мы его проводим, но здесь уже в районах города, и нам идет навстречу уже, значит, управление культуры города Ульяновска. Топоркова Елена Николаевна, руководитель управления, вот, она тоже идет нам навстречу, старается все делать для того, чтобы мордовские ребятишки, и не только порой, может быть, мордовские, могли как бы исполнять танцы, песни мордовские, для того, чтобы их сверстники тоже узнавали, кто такие мордва, как они себя выглядят. А поделитесь планами на ближайшее будущее.
Вы знаете, очень, конечно, планов много, да? Приятно, да. Ну, планы, самое главное, это сохранить, естественно, вот, культуру мордовского народа как можно надальше, настолько, насколько только может человеческий, так сказать, ум заглянуть вперед. Это очень большая задача, но именно сегодня этот вопрос, эта задача должна решаться делами, которые мы, как бы, вот, стараемся проводить мероприятия. Вот если мы в прошлом году, допустим, тоже выиграли грант и провели Дни мордовской культуры в Ульяновской области. И это был очень большой, грандиозный праздник. Мы приглашали, значит, артистов из Республики Мордовия, провели выставки, две выставки картин, значит, художников, значит, из Республики Мордовия и копии работ Степана Эрзи. Это проходили, мы организовывали совместно с областной библиотекой имени Ленина, Нагаткина Светлана Валентиновна, руководителя, значит, библиотеки. Вот мы совместно провели в рамках вот как раз культуры мордовского народа Ульяновской области. Как присутствующий, значит, на этом празднике наш гость из Республики Мордовия Лузгин Александр Степанович сказал, что за последние 9 лет аналогичного праздника я нигде не видел, а он ездит по всей России по мордовским мероприятиям. Это говорит о том, что и Министерство культуры, и Министерство образования, и наша автономия грандиозно подготовились к этому празднику и его провели. И еще в планах, если позволите, значит, вот в перспективе ближайшей вот, уже идут наработки. Мы занимаемся, вот у нас появилось желание, люди спрашивают, почему, скажем, у чувашей есть своя передача на родном языке, у татар есть передача на своем родном языке, а у мордвы нет. Вот этот вопрос мы задали, значит, начальнику управления межнациональных отношений Паховскому Сергею Вячеславовичу. Вот, и на одном из заседаний Совета национальностей при губернаторе Ульяновской области лично Сергей Иванович спросил, вроде, а что это, проблема какая-то разве? И я так думаю, что он намекнул на то, что эту проблему... Она решаема, ее, мы уже начали ее совместно ее решать, продвигать вперед. Я думаю, что недалек тот день, когда мы сможем когда у экранов собрать и своих соотечественников, и людей других национальностей для ознакомления с мордвой. И еще один, вот я уже упомянул, что в этом году 165 лет исполнилось Юртову Аксентию Филипповичу, первому просветителю мордовского народа. Так вот, мы обратились и в правительство, и лично к Сергею Ивановичу Морозову, и Сергею Сергеевичу Панчину, главе города Ульяновска, с просьбой установить в городе Ульяновске памятник Юртову Аксентию Филипповичу. И вы знаете, эта просьба тоже нашла положительный отклик, да. И опять же на этом же Совете национальностей, ну не на этом, а на очередном, на таком же, Сергей Иванович Морозов как бы посмотрел в сторону главы города и сказал, ну, видимо, надо искать место, где устанавливать этот памятник. И Сергей Сергеевич сказал, да, мы это, конечно, сделаем. То есть это тоже говорит о том, что мы получили поддержку и в этом, как бы вы сказали, в перспективном вопросе. Спасибо. Владимир Анатольевич, у нас есть замечательная возможность пригласить наших зрителей на праздник Шумбрат. Давайте воспользуемся ею. Дорогие друзья, я хочу пригласить вас всех с большим удовольствием на праздник, который состоится 25 мая в парке Владимирский сад в городе Ульяновске. Начало официально будет в 11 часов. До этого начала мы будем там организовываем подворье, значит, выступление коллектив. В общем, в 11 часов официально будет назначено начало. Еще раз называю, это областной мордовский национальный праздник Шумбрат. Мы приглашаем не только мордву, мы приглашаем всех представителей национальности, которые проживают в городе Ульяновске и в Ульяновской области. Еще должен сказать, что мои коллеги, вот, председатели национальных автономий, дали мне слово, что они тоже будут присутствовать на этом празднике. И это очень сильно радует. Будем надеяться, что все придут. Владимир Анатольевич, спасибо, что вы пришли и рассказали столько много всего интересного. Увидимся на празднике Шумбрат. Курук не едя ног тынк марту. Вас то мазунок.
Thank you.